В Павлодаре раскрыто уголовное дело по факту нападения на руководство футбольного клуба «Иртыш». По подозрению в совершении преступления задержаны четверо местных жителей. Напомню, 18 мая неизвестные в подъезде дома жестоко избили металлическими прутьями директора клуба Халимжана Иржанова и директора команды Булата Искакова. В итоге пострадавшие получили серьезные телесные повреждения. Один из них долгое время был в реанимации. На раскрытие этого дерзкого преступления были ориентированы лучшие оперативники. Сложность заключалась в том, что потерпевшие даже не видели лиц нападавших, так как были они в медицинских масках. Но в результате кропотливой работы личности подозреваемых все же установлены. Буквально вчера полицейские задержали организатора нападения. Еще трое водворены в ИВС накануне. Их обвиняют в соучастии в преступлении. Всем задержанным от 28 до 30 лет. Кроме того, изъята также автомашина, на котором преступники передвигались в день совершения преступления. Мотивы преступления в рамках уголовного дела сейчас нами выясняются.